Наружу выходить не лень, пусть даже там отличный день. Всем ку. Так, продолжаем. Нам надо в центр за слон получиться. Отправляться, сесть в машину, да, надо отправляться в исследовательский центр под Москвой под названием Заслон, чтобы наведаться в так называемое измерение номер 2. По пути к дому я заехал в деревню, чтобы переложить неиспользуемые вещи в хранилище, а также чистить деревню от тросков. По правде сказать, я уже совсем устал. Больше года поддерживаю здесь порядок, ожидаю, что когда-то здесь поселятся люди. Ой, это та самая деревня, Лоуки. Выложить ненужные вещи из рюкзака и уничтожить себе отростки. Понятно. Так, ветки нужны, ветки надо. Конечно. Доска объявлений. Так. Сейчас отростки искать. Что-то не особо интересное, честно. Так, что это было? Подожди, что это за отметка? Это на тракторе что-то? А, вот есть. Батарейка, ну, нормально. Те отростки все ебаные в рот. Вот там один отросток вижу, вот один. Ну, только один пока. Сбоку пизданем его. На, блядь, гнида. Так. Тут что-нибудь есть? Бля, фонарик, нихуя. Я просто зайду, не получается, ладно. Так. Это тут уже вырубили. Тут заходить не заходится. Так, побежим. Окружен, я, наверное, скипну, потому что, ну, типа, неинтересно бегать и искать, поэтому перемотаю на более интересный. Так, вроде все очистим. Надо найти опять склад маленький и взять оттуда аптечку, а то я ударился. Так. Блять, а где был этот... Ты же близко он находился. Ой, блядь, сейчас еще его искать. Где его найти? Где бы найти? Он точно был вдалеке. Точно был вот тут. Надо взять что-то. Например, тушняка выложить аптечку. Як бам, въебали нормально тушняка. Теперь обратно топ. Вроде всех переубивали, да вроде всех, не знаю. Пам-пам-пам, типа не топ. Микроавтобус ехать. Ура, да все чисто. Я думал, что-то пропустил. Так, ну вот я и дома, мне нужен отдых срочно. Лечь спать. Грибы. Это из первой серии, я помню. Веточки, вот этот дом. Хаус. Вот этот машрум. Погнали. Опа. Пока я ехал к дому, меня посетили много разных мыслей. Так странно, что я долгие годы был так близко к бункеру, который стал причиной катастрофы. Ни разу не встретил никого, кто бы мог просто проходить мимо, направляясь к бункеру. Судя по записи Максима, он в конце пути отправился в тот же бункер, в который был я. Но войти ему не удалось. Труп ухода, может, это был он? Тоже касается и заслона. Что же это за организация? Как она возникла? Они изучали переход в другое измерение. А может, и сейчас изучают мир. Мир оказался слишком ограниченным собственным восприятием. Наверняка выжил после заражения не только я и Максим. Мне нужно отправиться в московский исследовательский комплекс, чтобы получить все ответы. Только я отдохну, и можно будет собираться в дорогу. Угу. Так, веточку я заберу. Веточки нужны. Блядь, бери ветку, ебаный. Опа, хип-хип-хип-хип-хап-хап-хип-хап-хап. Сюда, опа, влево, вправо, умер, блядь. Угалдейн. Так, таблички. Металлических табличках хотел сходить. Короче, понятно. Вот все то же самое. Понабрали палок, теперь можно идти. Теперь слип. Спать хочется. Включить радио, послушать все. О. Ну что там у нас? Идти спать. Сегодня... Очень ответственный день. Эй, а радио-то забери. Две недели спустя. Чел, ты две недели спал, нихуя себе. О, нарубил дрова, кстати. Оставил топор. Я могу взять топор.
Трофейный топор. Отличная средство защиты добычи разных ресурсов. Лозы. Он вместо лома? Так, это интересно. Радио не могу взять? Да с хуя ли я не могу взять радио? Мою радио, что ты, блядь? Что, блядь? Мою радио, блядь. Почему, сука, ты не берешь радио? О, кстати, эта штука. Почему она на дереве? Ладно. Так, а где лом? Подожди, у нас был лом, но вместо лома теперь топор. Может ли топор сделать то, что делал лом? Топор же не предназначен для взлома дверей, для чего-то такого, это же лом. Или может, не подходит, нужен ломик, блядь, где твой ломик? Сука, где ломик-то возьму? Вдруг я собирался около 2 недель, за это время несколько раз успел съездить бунт, разгребать то, что от него осталось. К сожалению, после взрывов внутри все обвалилось, погреб. Какого взрыва? Я ничего не взорвал, чел, не прописано, блядь. Я же не взорвал его, что ты пиздишь. Блядь. Все обвалилось, погребя огромной толщей грунта, все, что могло представить ценность. Мне удалось раздобыть информацию о примерном расположении заслона, находясь в глубоком подмостке. Короче, понятно. Надо будет отправляться, но где ебучий лом, блядь? Где мой лом, нахуй? Где мой лом? Кто спиздил мой лом, блядь? Вот он. Колом стоит мой ломик, отлично, ломик. Ломик мой, ломик. Так, что надо отправляться в дорогу? Ага, хорошо. Я тебя услышу. Так, это пока оставим. Надо вот этот ящичек скрыть, тут мало ли что-то есть. Оп-оп-оп, хип-хип-хап-хап, блядь. Опа, нихуя себе мясо, а та это заебись. Не зря заглянул, нихуя мясо-то. Еба. Мясо, мит. Нормально, блядь, нормально. Погнали, микроавтобус. В этот раз дорогой отправился днем. Разницы в периодах активности монстров не было, так что выбора времени суток сугубо моя личная прихоть. Конечно, на незнакомой территории ночью лучше не счастливать, однако опасность ночью только в незнании местности. Можно загнать самого себя в ловушку, двигаться. Я добрых несколько суток, пока наконец не выбрался на нужную магистраль. Чел, ну не скажи. Ты же сам все и сказал, типа, лучше днем ехать, потому что можешь сам себя загнать в ловушку, типа, умереть. Типа, ну, такой себе, наверное, ночью помирать в незнакомом месте, в непонятно где. Типа, я учил. Чел! Блять, ну ладно. Сюда, сюда. Пара-пара-пара-рам. Радио бы какой-нибудь в эту тачку, типа, русское радио, русское радио. Ладно, блядь, ебанарой. Ух, блин. Уху-ху. Это было опасно. Так, вот так, насквозь прядем, сквозь дебочки, направо, налево, направо. Блядь, что ебать? Юх-юх-юх. Ух, блядь, чуть не бомбанул. Опасно. Что с тачкой? Что с тачкой? По пути с машиной что-то случилось. Многие годы этот автобус верно служил мне. Теперь, как он сломался, я даже не смогу его починить. Навыка не хватит. Проведя пару часов около машины, я принял решение двигаться дальше пешком. Если верить карте, идти мне осталось 5 км. Думаю, что к вечеру смогу преодолеть тихо. Там уже, заночив в поселке, стало холодно. В этих краях, когда погода, видимо, высокими температурами не балует. Блять, пешком. Ну, 5 км, конечно, не то чтобы много, но... Ну, ладно. Так, я возьму топор, потому что топор мощнее будет. Так, направо, налево, направо. Хотя, если... Сейчас, может, вперед пройти все-таки. Ладно, пройду вперед, потому что мы же вроде как по дороге двигались, значит, по дороге нам и надо идти. Если мы ехали вперед по дороге, значит, нам надо и прямо, потому что нам надо, блядь, что хуйня полная. Подмосковье это не деревня, блядь. Почему, если вот нам надо сворачивать в грязь, значит, это уже Подмосковье, что за говно, блядь. Мы же ехали по прямой по дороге, значит, зачем нам направо, да что за хуйня. Что ж, до темноты мне нужно успеть к поселку, путь не близкий, ну да. Идем, топим, не торопим. Главное сохранить силы и энергию, чтобы не умереть.
Ты чё, долбоёб? Блядь, ебаный рот, блядь. Топор полная хуйня, блядь. Чуть из-за этой хуйни не умер, пиздец. Ломик. Оставил ломик. Пусть один урон, зато он сильный, блядь. Пиздец, ебаный топор, блядь. Чуть не пришили, я того рот ебал. Чё за зомби? Чё, блядь. Ну его нахуй. Блядь, не бегать за мной, не-не-не. Ну в пизду, не-не-не, я просто пробегу нахуй, нет, кстати. Хуйня, блядь. Нахуй этих зомбарей, блядь. Нахуй, нахуй. Он бежит все еще? Нет, все, ладно. Отстал. Это странно, зомби больно большие. Раньше зомби были, ну, такие. Типа невысокого роста, это прям огромный, сука. Что-то тут ничего нет. Или есть. Палку тратить? Похуй, тратим. Заебись, ничего нет, ну как обычно. Так, нет. Бочка. Так, что за цель? Двигаться в сторону поселка. Ладно, бежим дальше тогда. Черт, и монстр, откуда у вас столько? Надеюсь, так будет не всю дорогу. Ну чё, будет всю дорогу, это же монстр. Ну, короче, просто за мной будем бежать. Честно, вообще не хочется с ними. Нужно беречь патроны, возможно, стоит их обходить и не сражаться. Так, я, блядь, я думаю, из пистолета-то они, нет, нелегко убить, а тратить эти патроны от дробовика еще более драгоценно, да ну их нахуй, честно сказать. Там патронов нет, просто я прибегу. 5 монеток, это слишком мало, патронов гораздо больше потрачу, нахуй, да. Просто пробегу, просто пробегу. Так, а там что-то есть, можно зайти туда? Нельзя, ну и пошел нахуй. Пройдя вдоль монстров до напорной башни, впереди... Замаячил упавший самолет. Скорее всего, эти монстры были его пассажирами или жителями деревни. В любом случае, лучше избегать. А что, надо избегать? Уже увидим следующий раз. Поэтому на этом, ребята, все, всем пока.